Я первый день вообще пропустила, потому что я была в театре. И я потом в сообщате спрашиваю своих, ну чё, как там? Они мне список заданий дают, тыры-пыры. Степан покормил котенка. Я спрашиваю, в смысле, а чё такого, чтобы покормить котенка? И они начинают надо мной ржать. Я говорю, ну скиньте. Они говорят, нас забанят. Я говорю, ладно, скидывайте, не забанят. И они меня скинули. И ты их забанила. Нет. Должна быть завершение истории. Дина, дала бы покормить свою киску? Блять, дед. Дед, ну, блять. Я не мог держаться, я не мог держаться. Слушай, я сдерживаю свой пулемет шуток, меня его расчехлить еще? Давай, давай, родной. Да расчехляй, конечно, все ж свои. Зажигай, так сказать, Дина. Там, когда Хантик говорил про то, что он учился на очке, думала сказать, что некоторые тут учились на очке, только в текстовом варианте. Хорошая была бы. Пум-пум-пум. Дина очень сильная, правда, нихуя не понял. Это прям, я бы сказал, не пулемет, блять, это там целая ракетная установка. Подождите, а кто-то еще не скинул, да-да-да. Я скинул. Гвинблейд. Так, где? Ладно, я скинул. Если я спрашиваю, можно без вопроса? Да, Мага, тогда, смотри, Мага, давайте так, ну, я кому-то же тоже иногда разрешал без вебки на своей игре. Я давайте, могу, если надо, не, я... давайте проще, ну, типа, вот, Мага, если ты это, просто то, нахуй, то, Мага, то найди, блядь, пожалуйста, хорошую гифку с собой, чтобы тебя поставить. Бля, ты рофлишь. Ну, я тоже думаю, что я тоже думаю, что проще найти вебку скинуть. Да надень шапку, Мага. Да, или маску. Блять, тебе надо шапку, которую мне Дина подарила. Вот это имба. Ты мог вообще накажешь. А просто скачиваешь снэп-камеру, там ставишь цветочки, голову можешь не мыть, блядь. Стоп, а где 11 сосисок? А почему Дина без шапки? Я тебе скинул сырный. Да, да, я вижу, что скинул. А почему я его не вижу? А, вебка. Кагуя. Кагуя? Ага. Видели трейлер «Атаки Титанов» 10 сезон? Угу. Я раз 7 видела. Блять, ты тоже анимешник, что ли, блядь? Гвин, это охуенный сериал. Блять, нефор, блядь. Ой. Не. Гвин, это произведение искусства. Реально. Эй! Ладно, похуй, это. Ладно, так и быть. На первый раз прощаю. Бля, нихуя там скиллс, ебать, ты язычком ебашишь, пиздец. Да есть такое, брат. А кто еще не скинул? Тут надо поработать. Бля, а, Сань, скидывай, блядь, пожалуйста, вебочку. Я тебе уже все скинул, блядь. Куда? В Discord. Я купил. Бля, я боюсь, сюда. Короче, что... Слышишь, я боюсь, что подумают, что ребенок на стриме. Не подумают? А, ну, кстати. Мага, тебе сколько тут лет? Я хуй знает. Очень маленький. Ну, я бы не 18. Короче, бля, лучше не будем. Так в смысле, алло, и что такого, что... Может быть, аватарка подожди. Просто, не? Так стоп, что такого, даже если то, что ребенок на стриме, какая разница? Ну вот раньше была инфа, что лучше не надо так делать. Я из-за... У меня... Нет, это когда... Это когда хуйня была, когда ты с фильтром детенка стримишь, вот тогда пизда. О, да. Так похуй вообще. Так похуй? Ну давай, короче, вебку. Конечно. Давай, короче. Это просто вебку, ты рофлишь, ничего не будет, блядь. Да ладно, да блядь, ну я просто могу на вебку бачу. А я купил 40 литров его сока за 1500 рублей. Какого сока? Сливовый. Это какой? Правда сок или это настойка? Нет, вот реально сок. Слышите, настойка. А Фарбис не мошнил вчера после того, как дед выполнил задание? Да нет, вроде. Не, я просто не видел. Всегда мошнил. Не, я просто не видел, типа, я из-за этого спрашиваю. Мне из-за этого интересно. Нормально. Ему сказали, он когда сказали, ну, ему сказали, когда про 4000 баксов, он говорит, вообще похуй, ебашься. Не, просто... Мне когда просто канмачи сказали, я такой, да есть же, сюда. Дед, а ты там, ну, я говорю, я не видел, и ты там специально, да, типа, наверное, сидел на очке, чтобы, типа, не спросили, а можно ли двигать листок рукой, да? Да, блядь, там просто начинает, все начинают говорить, там, и Ликс начинает говорить, ебать, ты можешь вот так, ты не можешь издеваться. Мне кажется, все равно бы не смог. Да я блядь, не знаю. А можно да, бля, у меня, смотрите, у меня вариант был либо ему просто, сказать по поводу ори 10 минут, как долбоёб, его бы выгнали просто, но это я бы еще более хуйней был. Ну, прикиньте, он просто орёт, а ему охранник пиздит. Ну, тоже, типа, неравные условия. Да, ну, типа, да, это ж пиздец. Вот, либо опять его водой выкачать, чтобы он дальше, типа, охуевал, это тоже пиздец. А все смеялись это комментарии, типа, первое место лям, второе 270 тысяч, четвертое место 200 тысяч, третье место стакан мочи и святая жопа. Пиздец. Бля, не Степану вообще, пиздец. Уебать. Ебать, красивая фотка, кстати. Стоп, ты скинул что, вебку?
А, нет. Или можно без. Да все, все, похуй. Юля, да, ты будешь в женских участвовать? Дин, только после тебя сразу залетают. О, ну, ебать, вместе, это да, будет хайп. Блять, пожалуйста, только прошу вас. Не, нахуй, я, чтобы... Я бы посмотрел бы, как боевал чисто, ну, чисто вискосом. Ой, конечно бы ты посмотрел, блин, Гвин. Я бы Дину на ус побрил. Все, ребят. Начинаем. А у тебя там какой-то определенный, что ли, формы? Спроси у деда, он говорил, что лям свадьи по 500к в казике хотел. Я думаю, что он пошутил. Дед, ты же пошутил? Не-не, да, бля, пусть дед тратит, не знаю. На что, есть уже мысли, дед, что сделаешь? Ну потом, ну так есть. Я надеюсь, что ты не только на контент хочешь проебать эти бабки. Нет, я еще и хочу задыбать. Новый сарай построить, ты че, блядь? Ну, блядь, я реально что-то, не знаю, там ремонтик какой-нибудь, не знаю, будочку обустроил бы эту. У тебя, блядь, вон дырка, нахуй, внезапно там горела, блядь, недавно, лучше ничего что-то... Ничего страшного, там уже похуй, да? Оплачено, там делать надо. Ладно, все, ребят, начинаем. Спасибо вам огромное, что вы встали ко мне такую рань. Очень рад вас здесь. Спасибо, что позвал. Все, давай. Хантик. Готово начать игру. Да, Сань, чего? Хантик, я, типа, уснул 3 часа назад, и я, типа, ну, клип заготовил, если я не проснусь, чтобы тебе вспомнили. Бля, Гвин такая же... Вы все, да, готовите клип, чтобы, блядь? Не, я бы ничего не заготовил, просто не пришел бы. Мир Дикого Запада смотрю. Я вообще не могла уснуть. Я засыпала под первую серию Last of Us, и, ребята, хорошая серия для засыпания. Советую. Хуйня? Ебать, кстати, вот эта актриса, которая в самом начале ну, была, мне очень скучно. Охуенно играла. Может, раскачка? А ты играла в эту игру? Да, да. Там же по игре же, нет, все? Да, там по игре. Так же скучно. Блин. Ну, Дина не шарит. Да, да, сорян. Там так же. Да, да, 1+1 разъёб, кстати. Просто представляю, ебало тех, кто боготворит эту игру, да, таких да, очень много. Я лучше чат не буду открывать сейчас. Да не, да бля, так это нормально, что у каждого разное мнение. Я сейчас эту ложку в жопу запихну кому-то, кто стучит на. Это кому-то? Или конкретному человеку? Юля, прости, я стучала. Так. Не, реально, кто дрочит? На самом деле я. Ребят, кто хочет начинать? Я без мага. Давай маги. Давай мага. Ладно, стриминсайт вещает. Начинаем разогревать. На Reddit начали популяризировать клипы с Twitch-канала. Кто ведал 987, на которых... Вопросы. Да, мы как раз все знаем. А где текст-то? А, понял. А, ебать, кстати, жестко, пиздец. Никто не знал. Ее забанили нахуй, кстати. Не, я знал, но я просто не знал продолжение, типа. Я только там не рассеять то, что и все. Человек-паук через вселенные. Нет, нужно назвать фильм и часть. Ну, типа... Человек-паук через вселенные. Ребята, кто может мне расшарить в Дискорде, пожалуйста? У меня видео не проигрывается. Расшарьте, пожалуйста, то мало ли чего может со стримом быть, пока я расшарю. Ну, блядь, Хантик, я очень сильно какать захотел. Что делать в таких случаях? Да я уже показываю. Сань, под себя. Степан, нет, пиздец. Степан бы терпел. У счастливого шок. Если Степан стерпит, то Сань. О, спасибо большое. Есть? Ответ неверный. Спасибо большое. Мы нарушили стабильность пространственного. Ребят, неужели никто не знает название фильма? Ну, последняя часть. Ну, как... Через вселенную, наверное, нет? А я это нет? не смотрел, хуятина. Только что сказал-то. Ладно, давай я рискну. Человек-паук через вселенные. Дин, только что... Ты слышишь, да, вообще, что мага говорит? Ctrl-C, Ctrl-V, блядь, поехали. А, нет, я не слышала. Я же еще повторил то, что он сказал. Ладно, давайте я... До того, как ты нажала. Может быть, это Человек-паук через вселенные? Нет пути домой, ребят. Нет пути домой. Уверена. Ты же знал, Хань, почему ты не ответил? Слушай, у меня еще десны намазаны кремом, поэтому я говорю странно. Алярша рассказал, что в ушедшем году... мне кажется, я знаю. Какой-то маленький секс. Вышла замуж. Верно! Своим молодым человеком. Подождите, а где... Откуда ты это знаешь? А где Дима Ликс? В смысле, читает стрим инсайт, откуда, блядь? Ты думаешь, она рандомно назвала просто? Да. А что нужно сказать? Мемы с помощью нейросети. Мемы с помощью нейросети, ребят. Ебать, я вообще мемы не знаю. Гвин, твой выход. Может, это где поворачивается? Нет, ебать. Ебать, мемчик, блядь. Ору нахуй. Блин, а вы заметили, как он похож на Мазелова, Бен Стиллер? Одно лицо. Вообще нет, вообще, блядь. Просто, по-моему, вообще ушло. Нужно назвать, кто это. Да. Глория и Мелман. Бля, да. Блин, я Мелмана не вспомнила. Блядь. Ебать. Прости, Мелман, я теперь люблю. Бля, Глория звучит, конечно. Ха-ха-ха, жирафик, ладно.
Блять, не нажимается. А чё надо? Блять, позвал эту хуйню, которая кнопку, она у нее сама жмется, блин. Я против. Правда ли, что в Италии, чтобы проводить старые встречи Новый год, в домах открывают двери, когда стрелка часов приближается к 12? Ну, знаешь, что там выбрасывают старую мебель? Да. Верно. Шарили, прикинь, каждый год новая мебель, блядь, это ж охуенно. Стрим-сайт вещает, работает. А, который, да, блядь, будет кастомизировать ее сумку Prada, который, как там правильно? Верно. Который разрисовал ее сумку. Что это такое, блядь? А что, типа, она на помойку ее отнесла потом? Че? Ну, она, да, там они ролик снимали с ТикТока. Понял. Надо трек Моргана называть, если что. 11. Это айс. Ну, айс, да. Найс, 11 сосисок. Бля, чё так громко, ёбаный сыр. Там же можно уровень звука регулировать в паке. Мне убавить его? Мне кажется, они специально так... Stream Insight вещает. Мне кажется. А, я знаю. Долбай. Стал самым быстро растущим артистом в 2022 году по версии Genius. 11 сосисок просто покоряет эту свою игру. Я в ахуе. Я думал, это было про Shadow Razer. Ну извините, ребят, ну как... Ну... Нет, там, там вроде один... Николай на своей трансляции в ТикТоке рассказал, что скоро планирует переехать... в Одессу. О, самое время. Ты можешь другую тему. А что здесь вообще? Что я хочу? Я вообще что-нибудь знаю. Да, дед, хорошо, что нам не дали играть еще в эту штуку. Да, это пиздец. Школа ремонта. Бля, звучит так по-доброму. Нет! Нет, не то. Это... Блядь, ну я забыл, что это смотрел. Нахуй. Это... Сто к одному. Нет, тут не сто к одному. Такое, давай, Гвин, есть время. Нет, точно не шесть кадров. А, ту-ту-ту-ту-ту. Да, как... Можете, да, можете я ответить еще раз, да, пожалуйста, я прослушал. Да, он тоже... создает. Я жду, когда нажать. Это с модой как будто. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блядь, это где этот, сука, шепелявый хуйсос, блядь? В пизду, я не помню, как зовут его. Павел его, блядь, звали. Дуров? Нет, нет, это хуйсос, который ходит по магазинам и говорит, это, блядь, блядь. А, точно, контрольная закупка. У меня пробел не работает. Это я, да, контрольная закупка. Найс. Блядь, кстати, тиктокером. Охуеть, у меня пробел с это время не работал. Я сижу, как долбоеб, хуярю, блядь. Бля, я такой долбоёб. На ПКМ жми. Ладно, у меня похуй, тоже иногда наберём. Что-то тут не работает. О, я знаю. А, это лис и заяц, ебать. Так, верно! Охуел? Лис и заяц, блядь. Так, его я помню, а как ее звали? Может, Зайка. Может, Джуди? Так это же это... Ее, блядь, звали. Блин, Джуди. Ника я помнила. Ребят, вы я заметил, что мне моим подсказкам просто никто никогда не верит. Нет, я слышал, брат, пиздец. Я не знал, как звали волка. Ее звали Джуди, я искал. Я молодой, а ты тупо мышь. Ладно. Эль, к примеру, с огромным хером у меня проблема. Сань, охуенно поешь, Сань, великолепно, но нужно название трека. Ну, огромный хер, отвечай. Нет. Ламба или фера, братик, я пиздеть не буду. Ну, пиздишь. Как ты сказал, Сань? Блять. Эль, к примеру. Неверно. Пизду, блять. Ну, там, или проблем, или проблем, просто проблем, типа. Ну, да. Да ебать, не нахуй со своими этими играми, блядь. Не, Сань, если ты сказал проблемы, я бы засчитал. Да я перепутал. А тут я не понимаю, есть все такие? Нету, нету. Сразу как хотите, сразу жмите. Дора, Дора, с Дорой. Бля, вот хотел сказать, если это реально с Дорой, бля, так обидно. Блин, да, согласен. Мне обидно, что мне обидно, что я с Дорой не встретился. Дед, давай, покажи, что ты, блядь, не зря. Какой ты чей? Это не модный приговор. Приговор, да. Ну туда, тут. Один сосисок! Я тупо не успел нажать. Я тоже самое, блядь. Знаете, кто Зайцев? Кто? Хм.
А, ну это я знаю. Слабое, слабое звено. Ой, сори, я думаю, я отвечаю. Подождите. Дин, это так называется шоу? Да. Слабое звено. Слабое звено, прощайте. Она каждый раз нам говорила. Эрик тут написал самое слабое звено. Может, ты специально так назвала? Нет, слабое звено. Все хорошо. Не зачитывай. Другое дело. Согласен, абсолютно меняет в корне. Да ну что ты можешь сказать? Зубенко Михаил Петрович. Да, это халява. Что? Ты не знаешь, что это? Как мафиозник. Как? По кличке мафиозник. Ай, мафиозник. Мафиозник. Для шаренных. Шумиловский городок. Да есть же, блядь. Интересно, почему все так хотят сам... Хермит. Мы прямо на подбор. Хорош. Да иди нахуй! Ну это же она, блядь! Это пожилой, сука, Моргенштерн, я как не знал, что он будет, блядь. Дикий. Иди нахуй. Жесть, ты чё такой дикий? Я самый дикий. Ничего, сейчас залды Моргенштерна на месте, ебать. Ничего, сейчас напью сока своего и обосрусь. Была ограблена. Во время прямой трансляции. Я не помню, блядь. Может, я не помню. Просто ник. Нет, там не ник надо. Я знаю. Грабителем ограблена. У меня только осуждёнка в голове, блядь. Не-не-не, можно, там птица ей пизданула. Да. Да, она Чайка, все чайки пиздят. Да, блядь. Пеликан, он ее съел. Нет, там ворона, если что. Найс! Ебать, ты вспомнил? Охуеть. В смысле, так это сосед ответил. Не доешь, тихо, не доешь же. В смысле, дед сказал про птицу, а потом скил сказал ворона. Да, но я не отвечал, брат. А! Ну тихо! Ну я же не услышала. Бля, как его так называют? Не знаю, охуеть, у меня с головы это вылетело. Ну и стой. Нахуй ты пикнул. Я могу, блядь, это опять знакомая хуйня какая-то. Да они все знакомые, блядь. Ааа, блядь. Это не про здоровье с Малышевой, нет? Не, вроде нет. Разве нет? Похуй, пускай будет передача. Что я не знаю, жопа. А, точно. А, жопа. Бля. Это пусть говорят? Да. Дина, ну как же ты позоришься? Блядь. Как же ты позоришься? Пиздец. То есть, скажи, хотя бы все, что до этого отвечали, это не позор, да, вот это позор. Типа байт. Факт. Твоя градация. Факт. Нет, в смысле? Давайте я пусть говорят, то смотрел. О, да. Очень странные дела. Нет. Серия и сезон. А, заебись. Сезон. Да не. Новогодний сезон. Четвертый сезон. Не, ну тут пиздец, я не знаю, типа тут никто не ответит. А первый сезон, восьмой эпизод? Тут я не знаю, если Эрик... Да забей на сезон. Эрик рассчитывал на сезон и серию. Подожди, что за хуйня в первом сезоне? Это реально? Да, не, это первый сезон. Это первый сезон, 100%. Понятно, спасибо. Эрик, ой, блядь, Эрик, где-то охуенный сериал. Дина, ты смотрел этот сериал? Подожди. Но это не Динин формат. Но на третьем, по-моему, сезоне я сгнила. Там ой, охуеть. О, я знаю. О-о-о, боже мой. Дай нажму, дай нажму, дай нажму. Дюна? Да. А, не, боже, не, мне Дюна, так понравился этот фильм. Где, который Нолан снимал, вот этот фильм. Но я забыл. Обратно наперед. Это не футбольщик? Да точно. Ладно, скип, я не знаю, что это. Обратно наперед. Ну, название, давай, мага. Да я не помню, скипай меня. Да, Даня. Ну, бля, ну это который... Довод. Довод. Бля, я сразу вспоминаю эти диалоги. Просто, пиздец. Да, нарезку вот это, да. Бля, что я сказал? Блин, с таким кайфом смотрела. Смотрела? Так, давайте еще трейлер. Трейлер? Давай, еще. Еще? Игрок. Карты, деньги, два ствола. Найс, дед врывается в игру, наконец-то, блядь. Шикарная хуйня, вот это я люблю. Все, у кого нет минуса перед счетом, вы лохи. Ой. Что за верно? Доверься мне. Блять, ну как нажать? Пусын бутс. Часть. Первая. Это сольник. Это сольник, пусын бутс. Просто кот в сапогах, нет? Нет. А, вторая теперь, блядь, что за шавка, нахуй? Хорош, наел, блядь, ее. Найс. Думаешь? Я там был. О, это парашный Райан Гослинг. Ла-ла-ленд. Я вспомнил Евроленд или как его? Да. Ебать.
Да изи. Ты, конечно, пизданул Марк-то. А плошь больше так вот. Да я специально. Райан Гослинг. Па-па-па. Чё, пикаешь? Кормушка для котов. Прошу вас. Точняк. Ну, давайте. А ты можешь клип взять, пока у меня минусы нет? О-о-о. Битва экстрасенсов. Битва экстрасенсов, да. Хорош, дед! Пожалуйста, дед. Да, в этой хуйне я участвовал, давайте. Да, ты участвовал реально? Да. Реально? Алмаз, алмаз, черточка, здравствуйте. А, я подумал... Че, долбоеба похож? Че, смысл? Да. Ну, так вообще, да. Три еще есть. Что? Рокки Бальбоа. Найс, дед, ебать, пошел. Миллион отрабатывать, нахуй. В принципе, Таня, если ты здесь, могла ей не будить, в принципе, у меня минус очки. Чего? Я не нажал. Понял. Да нажал ты, пиздобол! Нажала! Блядь. Ебать, она смотрит на меня. А чё за фильм-то? А, мне кажется, я поняла. Я хотел думала, сказать... В таком мелком квадрате, дед? Ну, я хотел сказать «Остров проклятых», но это... Ну, отвечай, отвечай! Да я не знаю, блядь, скипы. Страшилка-бабайка. Давай, дед, еще даю шанс. Все, не знаю. Не знаю я этого говна. Ну как он нажал? Ой, нажала! По поводу говна ты правильно сказал. Надо было на говне засчитать. Ёшки-кошки, блядь, что это а такое, нет, нахуй? Нет, еще есть, да, с Джоном Сноу второй. Их три вроде. Ну, она фигня. А, нет, да, две. Какая две. Первая? Исполнители трек. Мэри Крисмас или... А, не, Ласт Крисмас. Ну ладно, давайте просто трек, хули, раз сложно. Ну трек тогда Ласт Крисмас. Ебать ты красавчик, конечно. Ебать, ну ладно, согласен, не буду. Чё, не засчитывай день? Нет, конечно, ты чё. Бля, охуенная песня. Согласен. Mm-hmm. Нет, так-то вам я... Да, трек по кайфу. Ладно, Крис. Дин, может, пикнешь? Ну, может быть, пикну. Ебать, Степан на третьем месте. И... Что в Турции на Новый год ровно в полночь глава семьи выходит в обзор. О, кстати, да, вы должны знать. Гранату? Неправда. Какую гранату? Алло, блядь, гранату. Блядь, гранату. Ебать, хуя там салюты, блядь. Да, Юля отвечает сейчас так, что я депортирую там кофе. Это они в Турции. Мага, ответ? Неправда. Ой, блядь, сука. Это правда. Да, блядь, дед, ты-то куда? А, алло, блядь. Тут 50 на 50 вопрос, блядь. Иди нахуй. Так, мага, не нажимайте. За что ты мне минусанул? Я не знал, что нельзя нажимать. Да, да. Вот тебе сейчас. Это делают в Греции. Там гранаты разбивают, ёпта мать. Да гранаты, блядь, а не гранату. Я не могу выбрать почему-то. Дед, дальше я верну. Сколько у тебя было, дед? 400? Это игры активные. Я не знаю вообще, что это, блядь. Милая. Я бы... А, не, я блядь. Бы... Я бы не понял по вот этой заставке. Вечерний Ургант. Блядь, ты сука! Да сука! Саня, ответ. Блядь. Сань, это Вечерний Ургант, да, реально? Да. Я потом под уделком поняла. Блядь, хорош. Спасибо, спасибо. Вылезай, вылезай, вылезай из говна. Спасибо, спасибо. Сейчас я нахуй, блядь. Я думаю, я поумнел, пиздец. Ну, маг, бывает такое. Я не помню, как зовут. Ебать, это, кстати, сложно. Я даже не знаю, кто это. Я знаю, кто это далматинцы. Но я не смотрел этот мультик, мне кажется. Ты можешь не называть имена, ты можешь назвать серию. Ну, типа, какой серия это была? Охуенно придумал. Серия. Но я знаю, что... Можешь назвать клички. Смотрите, кто-то знает... Подождите. Подожди, подожди, Юля. Кто-то знает хоть одного, как зовут? Я. 101-й. Понял. Нет, Майкл никто справа. Не знает, как зовут я. Там какие-то английские имена. Ну тогда Майкл, хули, Майкл. Раз никто не знает, так никто и не знает. Да блин, 101-й зовут, правда. Так а как, я бы засчитал хотя бы за одного тогда, чё, ну никто не знает даже одного. Бля, но он его по КД называл по имени, Понго. Вот парни, я не помню, что по имени. Ебать имена ебаные, конечно. Да ёшкиш, крошкиш. Опа, вопрос с секретом. Хорошо. 10 Дед. Секунд тишины да, перед... Да. Ага. Дед, давай, родной, пошел. Охуенно. Стоимость 500 или 100? Фанат Моргенштерна. 500. Дед, давай косарь. Давай жми 500. Косарь, если что, ко мне на минус придешь. Давай, дед, пошел. Ебать. Let's go. Давай.
Это все нормально, все нормально. Ждите, ждите. Там он написал, что все норм. 10 секунд тишины там. Блин, так, тяжелый трек, кстати. Я уже понял, что это. Диман, давай, это охуенно. О. Чё? Дед? Да. Нет, ну, охуенно, я считаю, что это, блядь, оно. Справедливо. Тишу, засчитай. А, блядь. Короче, дед ответ нужен. А, спасибо, хорошо, блядь. Я ебу, что ли? Кто пак создавал, сука? В смысле, подожди. Ну дай ответ. Там даже трека не было. Моргенштерн. Неверно. Ты долбоёб. Ты чё, еблан? Какой да... Чё за скам? 10 секунд тишины. Блядь, надо было мошнить, чтобы, блядь, Марк судил. Да, блядь, я вообще думал, что Эрик, типа, пометку написал, что нужно дождаться трека. Я вообще ответ прочитал тебе сразу, что там 10 секунд тишины, блядь. Ебать, дед, ты должен был догадаться. Ебать! Дед, ну как скамят, нахуй. Давайте, ББ. Дед, зато у тебя лямчик есть, похуй, забей хуй, дед. Да, дед, реально, у тебя лям есть. Ну а нахуй так наебывать-то людей? 10 секунд тишины. А как по-другому, дед, блядь, он тоже стримит, верно, блядь, в 8 утра, нахуй. Так, ну ладно, я могу, а почему я даже выбрать не могу, прикиньте. Да езжи, в мире животных, сюда! Это я знаю, блядь. Это я не сомневался. Дроздов, легенда! Далее, да, сюда! Он еще живой, кстати, прикиньте. Он вообще. Бля, а что ты его похоронил, ебать? Так ему уже 100 лет, блядь! Так и чё, ебать, люди 200 живут. Ладно, не выбирайте, выбирайте. Правда ли, что новогодняя традиция прятать подарки под елку появилась во Франции? Блядь, такой рандомный вопрос, я ебал. Да, докончено. Мага. Неправда. Верно. Как это можно все не знать? Она вроде в Германии зародилась. Балдёж, вроде. Это настоящая трагедия. Надеюсь, Форсаж ты сможешь её пережить. Ой, я смотрел тот фильм. О, пиздец, это... Бля. Что? Какой ты долбоёб. Мага, ответ? Форсаж пятый, говорит. Меня наебал, что ли? Да, еблан, ты чё, вообще тупой? Я смотрел тот фильм. Я кое-что задумал. Мне нравятся такого рода фильмы. Блядь, как вышка или вершина, это не оно сейчас. Я трейлер только смотрела. Может, другая часть? Нет, нет, я не засчитываю, я машню. Хорошо, или нет, или подъем это называется еще. Что-то нет, такое? Дед, машни. Не, ладно, пускай дойдет. Бля, вспомнить бы еще, ебать. Ладно, хуй, кроме вышки такое, слова никакое не помню. Так это вышка. Какой ответ-то? Вышка. Правильно. Правильно. Чё, блядь, а чё вы это не реагируете, вы чё, говно? Вот, я же говорил, вы чё, говно? Ой, Марк, ну ты грубо. Ой-ой-ой. Это Рапунцель или бля, мама? Я не знаю, как вы второго назовете, но надо назвать второго. Прыжи, ну хотя бы имя просто, а не тут еще фамилия, пиздец. Кай? Нет, Юджин Фицерберт, блядь. Да, меня так в детстве хотели назвать. Гвин Фицерберт. Ну как второго зовут? Второго не знаю. Мулан и... И Шанг-Чи. Мулан и Шанг-Чи. Че за пайцел-то, блядь? А до этого. Я поддерживаю деда, Мулан и Кунг-Фу Панда. Хорош. Ну что, реально Кунг-Фу Панда зовут? Лишанг, ребят. Люкан. Действительно. Пиздец. Забайтил их найс на минус баллы, нахуй. О, ну тут можно додуматься. Это, блядь, брат и сестра, вы нахуй. Ребят, давайте хотя бы одно имя, хотя бы одно. Это Энакин. Никто не знает. Энакин. А, Икинг, блядь. Икинг. Точно, Икинг, да. Ооо. Кем, блядь, с плюсом и Роман? 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 Ну, блядь, его... Ким 5 с плюсом... Нет, реально, Ким 5 с плюсом, его... Ну, 5 с плюсом, Ким 5 с плюсом. И Роман. А кто-то знает правильное второго? Я знаю, как зверька. Можно Руфус. Блядь, подожди. Кто-то знает, как парня зовут? Ну, я, возможно, догадываюсь, но не... Да нет, не... Ну, скажи, Скилс, нет, скажи, Скилс, как ты догадываешься? А, уж забыл. Да, блядь, со своим Руфусом меня сбил, долбоёб. Я так... Блядь. Ну, скажи. Ну, Рон? Ну, все, тогда сосиском засчитываю. Да иди ты нахуй! Сосать! Я Руфуса назвал, блядь. Это Ким 5 с плюсом, Руфус и Рон. Какой, блядь, Руфус? Ну, Руфус это... В смысле, это Руфус слева. Зовут зубастый хуй. А, ты про этого? Все, я понял, я понял. Не, ну ты... Ну, Сань, если бы никто не сказал, я бы... О, это. Тише, подожди, стоп. Капитал шоу «Поле чудес» это. Да зачем? Это капитал шоу «Поле чудес». Ну, это «Поле чудес». Найс.
Он сказал полюс, а не поле, ты, блядь! Кто сказал? Ты сказал полюс, блядь! Да, я сейчас про полюс нахуй скажу, блядь. Страховой, блядь, полюс чудес, блядь. Сладких ночей, спокойной ночи, малыши. Ах, ты ещё хуесос пошёл нахуй, блядь. Блядь, да как ты это по первой мелодии понял, блядь. Сука. Я же пикал, блядь, как тоже не пикал. В себя. Ёбаный гений, я нахуй. Я вот этой хрюшей бы как в пятак бы прописал. Я бы как Эшли, ой. Ебать! Ебать! Я ничего говорить не буду. Вы охуеете. Это... Это Гарри Поттер. Мэм? Я так скажу, вы точно все знаете. Ну, трудно было догадаться. Бля. Ну, почти тоже волшебник, блядь. Да, надо не рассеять, нахуй. Стёп, согласен. Стёп, почти ваша говно. Коллега, блядь. Долбоёб. Кстати. Я не понял, ну ладно. Да. О, Космостарс. Ну, Космостарс был, да. Я нажала! В общем, это на новую рекламу Louis Vuitton, где они сидят, играют в шахматы. Кто? Футболисты, по-моему. Кто? Какие? Это... Мем на новую рекламу. Месси, вот Месси я... и Роналду. Ну ладно, ладно, тут, в принципе, окей. Какой Роналду? Они зафотошопленные, кстати, вы в курсе? Они не снимались вместе. Да, справа Роналду. Это ебать ты лох. Да. Да, два парня. По кепкам. Шапка как у деда, посмотрите, ха-ха-ха. Ну ебать ты лох. Ну чё ебать ты лох? Это мем так называется. Ты ебать ты лох. Да они не говорили никогда так. Они говорили, ты чё? Ты ебанутый, там, блять, мат нельзя было говорить. На, значит это... Ну вы про этих мужиков? Да! Ах ты, сука, поганка! Нет, убирай его, парни, даёшь, молодёжь! Сука, козёл. А, 700 дал, нихуя. Сука, да я про них же, блядь, говорил, нахуй. Да, расскажешь. Сука, залупа, блядь. Это, нахуй, французский, блядь. Ну, тут уже, да, похоже на правду. Да, я узнала. Чего, блядь? Да я люблю его. Это нет, не туда. Это dance, 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 бум-бум-бум-бум-бум, па-па-бам-бам. Ну кто это, скажи? Ну Венсды, блядь. Найс. Ебать мем, слышишь, жесткий. Я тоже орнул. Я видел, как он, я видел, как Ханчик танцевал его. Блядь. Это нельзя просто так сделать. Да ты заебал! Я не понимаю, как перекликать. Я охуею! Это просто... Эддард Старк, F. Невозможно. Блять, как они это делают, суки. Правда ли, что в Венгрии много не... Понял. Мага. И он читает только в этот момент. Это правда, это правда. Ты абсолютно прав. Блять, он нашел свою эту категорию. Бля, если что, он еще ни разу не ошибся в этой категории. Ты ЕГЭ так же сдавал, блять. О, я знаю. Это, короче, Ривердейл. Верно. А я видел этих, кстати, порнухи, по-моему. Ривердейл хуйня? Этот, магия появилась. Вообще. Happy New Year. Исполняет Абба Happy New Year. Найс, Дин, за носом. С Новым годом, ребят! Всех с Новым годом! Счастья вам, здоровья! Ей, с наступающим! Всего самого лучшего! Не, а чё, только январь еще не так давно было. Только январь, а уже, блядь, сессия его. Бля, Хальчик, на твоем шоу нельзя слушать такие треки. О, утренних. Ты засунь себе что-нибудь, может, блядь, получше станет. Блядь, too much, Хальчик, too much. Правда ли, что в Таиланде празднуют Новый год 4 раза? Да, правда, отвечайте. Чё, празднуют Новый год 4 раза? Нет. Да, дед, правда. Дед. Значит, да, значит, правда. Правильно, значит, правда. Да. Нет. Сука. Что за хуйня, блядь? А что, можно нажимать? Нет, есть. Блядь, стоп! Да шо, блядь? Ну, в ногу себе стрелять. Ну, я верну баллы. За что? Ну, нельзя нажимать, когда 50 на 50. А, 3? Я думал, 4. Сори, дед. Так он сказал нет. Так он сказал правду, он потом переобулся. Он переобулся, да. Вы на него надавили. О, это, кстати, я не знаю, что это. Это я знаю. Душеразделяющие истории Сабрины. Как они? Леденящие истории. Маленькая ведьма? Ну, короче, да, почти, блядь. Чего, блядь? Душа приключения. Кстати, нормальный сериал? Я, по-моему, первую серию смотрел, хуйня.
А я уже второй сезон заканчивается, третий. Что, пиздатый? Такая жвачка. Не, ну это типа такая молодежная хуятина. Ну, лучше, а чем... А ты молодежная, типа, Юль? Как на уровне она Ривердейла. Лучше, чем «Очень странные дела» или нет? Нет, конечно, рофли что-то. Christmas is you. А хотя я все знаю. А, ты знаешь все? Че с магой, блять, у нас? Ну, тогда ответь сразу, Дин, кого ты знаешь. Бля, ну я не знал, что надо все отвечать. Так нет, ну я... Ребят, ну это же логично. Можно назвать... Ну, бля, ладно. Да, да, да. Ебать. Нихуя ты пошел нахуй. Поймал ноту. Ой-ой-ой, это же это. Ой, я смотрел эту серию. Ой, бля, нахуй говорю. Ладно, тогда пусть будет «Черное зеркало». Ты из-за меня, да, поняла или нет? Ну да. Я поняла, что я увидела. Та, это серия там, где. Там, где его в черный список добавили, типа, и он не мог ни с кем разговаривать. Ой, это очень жестко. Да, да, такая тильтовая хуйня. А я думала, это новогодние, там, где было... Он за столом сидел. Там, где не, не, может, я ошибаюсь. Может, это, а может он... Сложно прям вспомнить «Черное зеркало». Там было, типа... «Черное да. зеркало», ну да. Там может, это серия. Та серия, да, которую ты имеешь в виду. Офигенно. Я думал, что это та. Ну, типа, в стеклянном шаре они в итоге оказались в конце. Не, я правда не помню. Может быть, и так. Почему-то. Я просто помню его именно в той серии, где его в это в ЧС кинули. Это что такое? Дэш я и Лили. Я без понятия вообще, блядь. Да. Сидит чел сидит за тельпаком, эту хуйню, наверное, смотрит 24 на 7, эту Лили Дэш, блядь. Сори. Да, Эрик любит. Правда ли, что в новогоднюю ночь лондонцам положено выйти на Трафальгарскую площадь и выкупаться? Для того, потому что там слишком холодно. И наконец-то-таки ты ошибся, дружище. Сюда. Так. Нахуеть. Да что нахуй, меня, нахуй я не жмал ничего! Суки, блядь. Я не жмал ничего, блядь. Забрать у него баллы. Да ты ебанутый, блядь. Тихо, 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 Саня, я вернул. Почему у меня минус 1300? Я не знаю. Не сжимается, блядь. Это этот... Ань, я... Ну, запомни, что ты еще ни разу правильно не ответил на это. Да? Да. Ну, да. Ну, надеюсь, что сейчас попадешь. Я знаю ответ. Хорошо. Силс, намекни. Нет. Намекни, Скилс. Забрать эту игру. Ну намекни, блядь, у тебя баллов до пизды. Нелегко, Сань. Блядь. А? Нелегко. Значит, нелегко. Да, нелегко. Шейх. О, чё? Стилс, ты чё? Ебать! Это не шейх, бля, ты ебил мне ещё? Саня, который ответил нелегко. Ты чё? Ну это точно не шейх, шейх я знаю, блядь. Блядь, тупорылая мелодия одинаковая, блядь. Там то же самое, такая же, ебаная. Бля, я обожаю Санька, просто. Ты чё, ебанулся? Это не шейх. Салам, Морген. Уже там мало баллов хотя бы, блядь, проебал. Если вдруг меня не станет, брат, то половина будет только рад. Блядь, ну... Половина будет слегка. Напоминаю, что Моргенштерн признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. Алло? Да? Самая грустная песня. Нет? А, не, нет. Бля, она самая веселая песня, наоборот, блядь. Я самая, ты забатил хуйцов, самая веселая, блядь. Я долбоёб, почему я бачусь на тебя, сука? Это не строём. Это деньги тебе вскружили голову, дед, блядь. Ты уже не можешь думать. Это Скилзор, блядь, хуйню несёт, а я ведусь. Сосать, нормально. Сосать. Выстраняем конкурентов. А чё ты не сказал? Ебать конкурент, блядь, тысяч, минус 1900. Чё, новогодняя традиция? Давай. Да, ебать. Это ложь. Сосать. Охуеть. Я, кстати, слышал что-то такое. Охуеть. То есть привычный Санта-Клаус, которого мы видим, это все коло? А что было? Ралли! Найду, кому звонить.
Ебать, это только первый раунд, ребят, я так рад. Кстати, вот есть такая тоненькая грань, то, что отвечают почти все, блять, вообще. Просто все, это вообще охуенно. Эрик, респект. Давай, мага, завершающий. Блять, жаль, вот... что отвечают неправильно. Вот правда. жаль, что нажимает, а потом читает, сука, хуесос. Ага, да, ну, то есть это по правилам? Согласен, ребят, нажимайте, кто хочет успеть. Я очень хочу успеть. Я сказал, я бы засчитал всем, вот, ну, из-за маги. А что из-за маги, блядь, ему кто-то мешает? Маган, ты... Ну, префом же, типа, не особо охуенно нажимать. Я впервые... А, не, ну не впервые, ладно. Да хватит играть в казик, алло, чат! Кто-то знает. Я на этой теме даже не шевелюсь. Ебать, бит знакомый, что-то пиздец. Замри. Оно, оно. Айс. Я хотел сказать, где треки с этого альбома? Так, огурчики за вас открою. Второй раунд. Бля, там по звукам как будто Генри сдувается, бля. Нет, если еще не у меня. Под микроскопом, ёпт. Перевод от Google. Музыкантам изменили голос шок. Мегаполис и вид сверху. Рифмобол. Из какой страны этот Дед Мороз? Стример по истории банов. Футбольные сборные. Найс. Так, ну тут должно быть повеселее. Вон, бери за ноль. Бери за ноль. Давай, дед, ты выбираешь. Эшли. Дед, ну кликни. Бля, брат, ну, сейчас, подождите. Почему ноль, блядь? Что за рот? Да, надо первую на нее нажать, если ноль. Истории банов. Так. Можно? Мне кажется, Дмитрий Ликс. Верно. Можно? Блядь. Да, это... А, да. Точно. Я... Он же один раз банился на один день. Да, да. Я не успел подлетать. Правило. Вы услышите первые строчки из малоизвестного трека, из которого убрали последние слова. Вам необходимо выбрать правильную концовку песни из приложенных 4 вариантов ответа. Сначала вы услышите кусок трека, а по окончанию увидите вариантов ответа. В конце вы услышите полный отрывок. Все. Это тестовый раунд, так что не судите строго. Хорошо. А при чем тут строго? Хорош, Степан. Что ответить надо? Удачи. Бля, я вот думал так пошутить, потом подумал, не, ебать, меня забулят нахуй. Да похуй вообще. Да Степан, блядь, забулят. Уже похуй. Он совсем, мне кажется, хуярит. О, бля, это я это... шоу на ТНТ смотрел, я кстати. Я понял, что это за трек. Это, блядь, у ТНТ вообще охуенный шоу. Ну или с днём рождения, не знаю, там что-то рафляное будет или нет? Ну, ты отвечаешь, Мару. А, ебать. Марин, не. Ну, наверное, с Татьяниным, чтобы это было смешно, Мару. Ну да, да, да. Реально, давайте. Потому что она Марина, понимаешь? Угу. Давайте, давайте. Татьянин день. Да. Спасибо, Дин, за подсказку. Красавцы, туда его. Ебать, забайте. Да, прикольная тема. А чего? Тут просто на знание или? С Днём Ангела. Ну, ребят, ну, на... как угадать. Дин, это... Это Москва. Это Москва-Сити. Дин, это блядь. Шоу... Это, ты не знаешь, это шоу от студии Союз? Слово такой же вид, блядь, со Скайландом. Там это просто им рандомные треки включают, а они угадывают, что там будет. Это Нью-Йорк. Там не обязательно... Там сложно знать такой трек. Или Париж, это... Нью-Йорк. Да не, Нью-Йорк. Это Нью-Йорк, вот же центральная у них. Это Таймс-сквер, это Таймс-сквер. О, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Там не надо называть... Степан блюет, в смысле. Степан! Цветок в вазе, какать в ванной, об окрошке квасе, и я в тебе. Я не хороший. Это кровосток. Цветы в вазе, говно в унитазе. Верно. Ого. А, тут типа, короче, два раза, я так понял, ставили. Да, сначала перегнали, да, в одну сторону. То, а, с русского на японский, с японского на тайский, с тайский на русский. Нихуя себе. Говно в вазе, цветы в унитазе. Так, мегаполис и вид сверху. Опа. Ебать, ебать красивенько. Это Египет. Вообще. Это Египет, но вот это, да. Это как будто... А чё? А чё некрасиво? Вот том зелёном. Как, а, Пекин, ебать, ебать реально, по мне прикольно выглядит. Мы стали видеть всё реже-реже, стали больше драться. А, слава мэрову. Трек. Ты говоришь, что сразу делаешь. Ебать, откуда... Сука, у мага 4000 просто ебёт. Да.
Да, в смысле, а что, я вообще в своей игре так не, быстро не соединяю вот это вот проводки, бля, говорю. Небось грязно. Это очень похоже на... Башня Саурона. Нет, на Францию похоже, на Елисейский дворец. Соответственно, Париж, Париж. Бля, тоже показалось, что это Франция. О, это Италия, блядь. Разве? Нет, нет, ну, нет, стопудово не Италия, мне кажется. Не Италия, блядь? Нет, это... Какая Бразилия? Дайте, значит, это Испания. Значит, Испания. Это Испания. Блядь, я их путаю, сука, а город? Страны, блядь. Мадрид. Барселона. Барселона. Барса. Блядь, я путаю эти ебаные... Лучше села Америка. Барса. Так, дайте что-нибудь новое. Конечно, Динам захочет футбольные... сборные. Ебать. Кто это такие, нахуй? Я их не разбираюсь. Уэльс. Пивная ебать! Сборная. Ебать, что? Чё нахуй, мага? Конч. Да, только по Бейлу. Хорош. Охуеть. С-бомба. Ебать! С-бомба это секс-бомба? Его забанили, до сих пор не разбанили. Я вообще забыл, да, про него. Бля, это либо Драгонил, либо Курсет. Драгонил. Пиздец, мага ебашит, я в ахуе. А гном в бане, что ли, или нет? Да. Да. А чем он занимается? По жизни? Не знаю. Постоянно Саус Парк раньше, по-моему, не хуярил. А его за скам забанили, Мбаппе, да? Блядь, да я только... Мага, не услышал. Франция. Не знаете? Mm-mm. Никто не знает? Mm-mm. Хантик, ты не знаешь? Mm-mm. Все еще нет. Да, со мной ходит на пары, блядь. Или может это Стокгольм? Возможно, Дин. Может, это Будапешт. А, он пиздит. Не, я рискну. Стокгольм. Нет. Блять. А я тоже хотел Швецию. Тыщенка просто учила ебать у Дины. Охуеть. Так. Это кореш, нет? А, 2 года назад, сори. Так. Пусть будет злой. Хуй знает, как он это делает, ебанутый. Бля, мага, мага, тебе надо в казик идти. Тебе сегодня пизда фарати, блядь. С какой страны дядя Мраз? Босния и Герцеговина. Нет. Польша. Блин, Польша. Он так стреляет, как будто он, блядь, знает. Тихо, не слышал? Не, просто, блядь, у них на самом деле везде. Не а, Болгария, Юль, Болгария, дядо. Это Болгария. Я хотела ответить. Дядо. Это Болгария. Блядь, нахуй ты спамишь, дедулька. Сука, пиздец. Я дедулька? Ты меня дедулька назвала? Нет, ну дед орал, Польша. Я хотел сразу Болгарию ответить. Нет, они все дедом раз. Картофельные чипсы. Ой, блядь. Это яблочные нет. Кожура бананы. Блядь, яблочные. Картофельные все-таки. Чипсы. Да, мне тоже казалось. Вы не слышали, что я сказал, да? Я тоже подумал, я думал, что Кантик меня бать. Да я просто сразу ответ прочитал, я забыл, что это не категория, блядь. Так. Сушеная рыба, блядь. Выглядит, как будто морская раковина. Крыло бабочки. Марк, как там бабочки? Все сдохли. Блин, серьезно? Угу. Блядь, какой же ты лох. Почему лох? В смысле? Не умеешь выращивать. В смысле? Ну, бля, они не так много живут. А ты хотя бы пофоткался с ними? Да, блядь, на пляже. Дали, на. Давай. Соль. А, конечно, я это, блядь, каждый день вижу, нахуй. Соль. Камень. Блядь. Дина, ну это камень с пляжа, Дина, ну! Смотрите, а как понять камень с пляжа? Это типа песчинка? Нет, обычный камушек маленький. Потому что соль чуть-чуть другая. Да какой скормил пауку за шкафом? Я не могу понять. Оксимирон? Ты что-то знакомое? Десептиконы! Мобилизация! Чаще, как у гейма, Тимбы, как у нас, и если ветер северный подул, когда-то... Так. Ну, мне под микроскопом понравилось. Мне тоже.
Бля, это очень это сложно, я в охуе. Это невозможно. Хвост это хвост креветки. Да? Да. Да ладно. Тогда это будет хвост креветки. Дед, я тебе советую думать самому. Да? А я советую не служить хантика ебучего. Ну отвечай как хочешь, давай. Это, давай похуй, это креветка реально похожа почему-то на нее. Ахуй. Блять, слышал нахуй, ебать, как тебя пытаются. Я, в смысле, я сказал просто, что надо думать самому. Гвин, вообще не подсказывай, сейчас за подсказку нахуй минус 700, блять. Блять, напугал кота сосиской нахуй. Это соль. Нет. Больше на сахар похоже. Блять, вы в Питере только об одном думаете, блять? Да, брат. Сахар. Нет, все, не отвечаем. Ну я уже нажал. Это песок? Ладно, бог. Это не может быть песок. Это не может быть песок, блядь. Ну не отвечайте, когда остается один вариант, ребят, пожалуйста. Если расту и делаю то, что делаю. Я слагал, когда сказал, что у меня есть выбор. Это скриптонит. Да ебаных игр. Все, блядь, смотри! Это вот это. Знаешь название или нет? Положение. Положение, положение. Хорош. А при чем тут перевод от Google? Ну, он перевернули через несколько стран и вернули. С русского на японский, с японского на тайский, и с тайского на русский. Блин, песни еще такие. Я думал, что это точно не русский. Вообще охуенно. Все, понял. Так, спагетти. Не знаю. Найс. Это больше похоже на член. Блин, у тебя такой член? Мы на член насмотрелись, родной, они не такие. Жирафики так не выглядят. Это икра. Так, давай-ка я рискну. А нет, подожди. Блин, мне кажется, это, кстати, я думаю, что это байт на икру. На самом деле, это личинки пчел. Как она, а? Как она это делает? Неправильно, да? Так, ну так это не может быть. Это икра, блядь. Это икра Мара. Это икра Мара. Это как будто рыбка, как будто рыба в кондончиках. Походу, байт на личинок. Пчел бы вместе не складывали, Диночка, мне кажется. Ну, для фотки. Да хз, я вообще не знаю, как это висеть, блядь. Это мыльная пена. Да. Пиздец, у тебя вообще, блядь, что? А, ты без микроскопа. А у меня, нет, мне в 7 лет мама подарила микроскоп, чтобы вы понимали. Она спиздила с этого. А что ты стал его расследовать? Ну, у врачей из больницы. Ты свой хуй увеличил. Нет. Хуенно, блядь, сходила на прием. Булавка в волосе. Ой, блядь, сейчас, макияж, нет? Да, один раз. Видимо, она. Засчитывай, похуй. Я даже машинить не буду. Я даже без перевода не знаю эти песни. Дора? Я подумала Дора, ну и да. Ебать, вкусно хлеб. А может быть, подожди, а это не Дед Блонда? Возможно. Точно, это же она, слышишь? Это Дед Блонда? Нет. Да. Хуйсос, блядь. Точно, да ежи, это она. А. Это супер тяжело. Это супер хуйсос, да хантик. Кто-то знает, как в Warzone играть без VPN? В смысле, дядь, все без VPN играют? Да, отвечайте. Все без VPN играют, брат. Это Хорватия. Найс. Хорватия, да. Да, да, да. Да, ребят, Хорватия. Я бы кликнул по фамилиям чисто. Брат, а ты думал? Вот смотри, сейчас изи нахуй. Там какой-то домен. Это Саудовская Аравия. Почти. Блять, перепутал. Ну, там ладно. Они играли на чемпионате мира, Хантик? Я не знаю. Это Марокко? Они играли на чемпионате мира? Я вообще в футболе не шарю, надо убрать категорию бана, меня бесит, блять. Это Польша. Нет. Нет, стоп, стоп, где я придумал, это Сербия, это Сербия. Костич! Сербия. Ебать, Костян! Костич. Когда заебал Казик, просто пошел в Сербию. Доел, блять. Доел, чисто родной. Давайте история банов. Фикантик. Хуенно, какой... Бля, Эрик, ты вообще сын хуйни ебаный. Вот, бля, как можно написать ЦК, блядь? Ну все, квикантик. Долбоёб, у тебя, блядь... Уволен. Картинка перед глазами, еблан. Бля. Фалантас. 19 и... А, подожди. Фалантас. Из всех их, из всех их только Фалантаса. Неверно. Я ответил уже! Это кореш. Да, это кореш. Блять, вы понимаете, что мага впервые, ну, на первом месте? А, за пипирку ему дали. А тебе не смущает, что я первый раз на втором месте? Дед первый раз на втором месте, что?
Глык. Там глык. Смотри, глык. Польша столько раз, мне кажется, пробивала. Бля, что вы понимали? Мага, дед и скиллз. Это топ-3 сейчас. Это пиздец. Гений. Это гений. Иди на минусом сидит, блядь. Папай Ноэль. Судя по фамилии, это Франция. Да, судя по фамилии, Франция. Неверно. Охуеть. Ну, это же Бразилия. Верно. Блядь, я вовсе. Да он от пизды жмёт, ему просто везёт, блядь. Не, не. Чел просто от пизды хуярит, ему просто спортит, блядь. Вот ты справа от Родри, понял, кто ты? Да, справа от Родри, блядь. Да, блядь, нахуй, когда знаешь. Да он просто ищет какую-то знакомую фамилию, и всё. Вон. Всё, халява. Дай попробую. Германия. Да дай ты нажать! Германия, одиночка, давай. Да, думаю, да подождите, нет. Ну дайте ответить. Вы, тихо, сейчас. А вы мне честно подсказываете? О, нет, нет, я один, не это я просто хотела... По фамилиям? Не, да, подождите, да. Судя по фамилиям, это у нас Австрия. Скандинавия. И, скорее всего, сборная Дании. А. Ну чё? Хайберг, вот они такие фамилии, да. Здорово, Серёг. Бля, Серёг, я охуел. Я смотрю на резку и думаю, что это реально я, блядь. Я в ахуе. Ой, бля, это вообще рандом. Дина, уж не рискуй. Ты схватила мой бок сильной рукой и прижала к стене. Своей губой. Ты схватила мой бок сильной рукой и прижала к стенке меня. Жирной собой. Что щекой, я думаю, что это, блядь? Нет, жирной собой, это я писал трек. Я не баюсь на Гвина, щекой. Это мой трек, Дина. Хорошо, щекой. Неверно. Сука. А можно я нажму? Жирная ногой. Жирная собой включу сначала. Не прижал к стенке меня жирной ногой. А что за треки? Это рандомные треки, я не знаю, где они их находили. Какая дичь. Какой перевод посмотрим? Сейчас какая-нибудь известная. Что в моем стакане? Худой плюс адреналин? Ой, это изи вообще. Худой. Бля. Что в моем стакане? Это лин плюс адреналин. Мага, ну дай молодежи шанс. Да, да ну, куда вы лезете, я поумнее. Ну подвинься, блядь. Категорию специально под меня делали. Факт. Ну, тут сразу, я думаю, кто-то один ответит. Тоже это мог быть. Боевал. Чё? Дед? Боевал? Так нет. Шадоукек. Сука, как же ты батишь, Саша. Шадоукек. Степан тоже неправильно. Дай, блядь, ебать ты забайтил. Да. Ебать ты забайтил, кто-то один ответит. Я был уверен, что это... Но я думал, что Боёвал сейчас нажмёт, но нет, дед оказался тупее. Хуесос. Ой, ебать, нихуя себе. Давай, мага, стреляй, блядь. Блядь, Ник стримит, я не знаю, плохой парень или Ика. Ика пусть будет. Это Дэнди или Никс, алло, их не банили. Ну, плохой парень, значит. А, так стоп, это... А, так я думал, но свежий. Давай Никса, похуй. Ебать. Кто такой Никс? Это стример по Доте. Да. Кстати, пиздатый чип. Комментит. Чип, да. Он красивый очень. Кстати, блядь, не могу не согласиться, он реально красавчик. Он реально хорош. Он реально хорош собой. Так, это сколько банов? Бля, это... Нифига себе. Раз, это три. Братишкин. Это 7 братишкин. Банов минимум. Да, братишкин. У него до пизды банов, блядь. Лол. Хорош. Бля, Эвион, да, все-таки? Да. А, ебать, это Сучи, вспомнишь с Патриком? Дед? Эвион. Нет. Подожди, где тут нету, тут посмотри, баны. Тогда Фалантас. Да. Блядь. Пробил. У него 7 банов? Да, что-то нихуя набрал. Да, у него братишки, там, братишки 16, по-моему, банов. Охуеть. Мне кажется, больше у братишкина. Ну, бля. Дзмер Папи. Грузия. Нет. Нет. Ну, Черногория. Да... Ой, блин, я думала, я нажала. Нет. Последний раз можно нажать? Да, Кипр. Блядь. Нет. Нет, Армения. Да, блядь. Я тоже хотел... Ебать, обошлись. Можете вы выбрать исполнителей, пожалуйста, я сейчас за чаем скажу. Папи. Слышишь, Гвин? Чтобы их прослушать. В Грузии. Сука, ну что вы ждёте? Это Исландия. Нет. Это, блядь, сука! Ты реально не знаешь? Тихо, не слышу ответа. Я знаю! Финка. А, это финский Дед Мороз, блядь! Гандон, блядь! Йолупуки! Йолупуки, сука! Ребят, можете потыкать из-под музыканта? Ой, это не то, да? Нормально. Я перепутала. Что? Я
Бля, выбирай Якубовича, Якубович смешно звучит. Я не знаю, кто такой Пельш. Вальдис Пельш, это ведущий такой был. Как будто тяжело его пропеть под этот трек. Равшан! Пельш! Почему? А, ну наоборот, Пельш! Здорово, Равшан. Ну, Пельш. Давай Пельш, Пельш. Здорово, да. Пельш удобнее всего. Галкин, но я бы Якубовича бы пикнул. Окончательный ответ? Пельш, сука. Нет. Галкин, забыть. Галкин. Давай. О! Якубович! Якубович! Я как будто слышал. Бля, что? Да, да, да. А это Пушной, что ли, блядь, там хуярит? Возможно, возможно. Голос похож на Пушного. Тут все без риска, что ли? Алло, блядь. Ты одна будешь играть? Дабстеп. По-любому дабстеп. А мне кажется, хип-хоп. Хип-хоп, нет. Да, хип-хоп. Нет, дабстеп. Падает холодный серый дождь. Юля, если я буду... А в моих наушниках орёт... Блядь. Хуй в рот. Подумайте. Ну, либо шансон, либо хип-хоп. Нет? Дабстеп. Ну, отвечай. Сейчас как будто хип-хоп. Ладно, пусть хип-хоп будет. Металл. Нет. Я тут. Да, бля, смысл? В моих наушниках орёт металл. Бля, вот это закадровый смех. Хорошо, пожалуйста, их мне альбомы в чатах. Это высокая позиция, я буду тебе. Меня как будто похитили, очень тревожно. Хорош. Тебя один за один, это хорошая позиция. У меня альбомы в чартах. Это высокая позиция. Я и буду игру раком. Мне нравится эта позиция. Я стреляю. У меня выгодная позиция. Сифу соло не делюсь, когда я жаден. Бесконечные цифры, бля, мои карманы мат. Я еле заработал кэш, но... Легко тратится. Блять, нихуя не слышно. Блять. Ну это, давай, хуй сос, ты можешь? Мага, давай. Элджей. Блять. Тихо. Давай, отвечай, пускай он ебал заткнёт. Блин, ну напой, пожалуйста, дед, будь человеком. Ты сказал со мной после игр габар общаться не будешь, хуесос, блядь. Это, слышишь, это вино. Мне так красиво. Не перестаю дышать, это LG. Да, розовое вино, точно, можешь не хочет быть сегодня одна. Бля, ебать, Эрик там нахуй... Подсказывать, он так на первом месте, ебать, там Эрик Басбуста нахуячил, я вообще в ахуе. Нет. Короче, я не буду смотреть на ответ, я сразу буду думать вместе с вами. Все, я закрыл. Дальше. Понятно, ага. Из какой стороны? Какой ответ еще раз? Таиланд. Нет. Тайвань. А Тайвань? Вьетнам. Нет. Тайвань. Да суки. Вьетнам. Нет. Дина, вообще... Тайвань. Дин, он только что перед тобой Вьетнам ответил, если что. В смысле? Ты не слышишь вообще его? Он Тайвань говорил же. Нет, он сказал Вьетнам. Приятного аппетита, кто кушает. Я на секундочку подумал, что я сам Тайвань сказал, чтобы понимали, насколько пиздец произошел сейчас. Я услышал Тайвань. Нет, не Гвин говорил. Среди всех в этом клубе она похожа на мать. Чего, блядь? А, это инстасамка. Блядь. Маме. Сука, я только... Да. Она выглядит как моя мисс Эдиси. Я чисто перевел мать и понял, нахуй. Это такая тема дерьма, нахуй. Давайте это измененные голоса, блядь. Погнали. Да, блядь, так, я закрыл. А, блядь. Бен, что ты на бег? Баба плохая. А, ну это Хованский, батя здания. Бля, это Кизару? Какой Хованский, блядь. Какой не было. Ебать, он... Да, так он еще и так на фул уверенность. А, так это Хованский. Скиби, доп, Доп.
Пересмотрел тиктокер, блядь. Бля, какой ты еблан. Как был? Скибиди доп, доп. Ой, блядь, фу. Дайте я отвечу. Ай-яй-яй, девчонки. Ты заебал, рандомщик. Да, блядь, тупон, вау-вау. Срочно-срочно кнопку дать. Бля, у меня слезы пошли нахуй. UPA, UPA. Верно! А где UPA? А где UPA? А где UPA? Эй. Фу, бля, Сань, ну ты пиздец, у меня еще больше сердца заболело, я ебал. Покурить хорячего. А, я забыл, как его зовут. Это Мияги, ну, это Эндшпиль. Эндшпиль с этим, с... по поводу... Нет, там на английском так. Че нахуй? Че звали? Ну, Лёпамп, Кендрик Ламар? Нет, нет. Ебануться. Асапроки. Это невозможно. Ну, мне кажется, это невозможно. Скибиди Боб, Боб. Бля, Сань, ты такой ебанатый. Скибиди Боб, Боб. Скибиди Боб, Боб, ес, ес. Это Эндшпиль, не Мияги. Бля, я... О, Дрейк, Дрейк, Дрейк. God's plan. Я в ахуе, как ты это делаешь, блядь. Я думал, чисто русские песни. Русские песни. Бапи за трек. Сосиски. А, это которого Вадис слушал. Дайте мне! Вадис, который слушал, я забыл. Не подсказывай. Скибиди доп. Давай, Гвин. Сходи, Скибиди доп. Скибиди доп. Нет, я тебя не наёбываю, брать. Это, короче, какой-то лил покемон. Да, всё, засчитывай ему. Лил Акрайна. Короче, лил покемон. Нет, там нет лил. Это Central C One Up. Да. Скилл 6242 балла. Ебать! Куда? Это вот это, что ли, французский дрил? Да. Да. Лондон, Лондон. Блядь. Я не могу, блядь. Это Джорджи. Джорджи? Джорджо. Нет. Сань, если чё, ты пиздец как близко был сейчас. Джорджо, Джорджо. Да, блядь. Бля, не надо. Это Филти Фрэнк? Бля, не понимаю, что это нахуй. Там, блядь, там, короче, как-то очень похоже называется. То ли до... Ну что-то до... До Липа! Дора? Доджи или что-то такое. Доджа Кес? Доджа, Доджи. Какой нахуй ты? Доджи. Болейзи! Очень близко, блядь, но почти он чат прочитал или мне кажется? Нет, блядь, Степан нормально. Третий раз за игру ответил. Похуй даже если прочитал, блядь. Эй! Слава богу, блядь. Ебать трек, нихуя. Вообще, он охуевший. Ебу под него чугун. Ебла. Ты кончилы? Слав, жмите, пожалуйста. Мегаполисы. О, это халява. Я там был, это Дубай. Мага? Я сказал Дубай. Верно. Ты тоже там был? Ебать. Нет, я не был. А тут будет Лос-Анджелес с Гвином? Тут будет Стамбул, блядь. Вот. О, это там... Кесария. Нет, еблан. Это Амстердам. Амстердам. Зюзя. Это Зюзя из Беларуси. Хорош, Вин, набирай баллы, родной. Let's go. А что ты не ответил, Дин, или ты жала? А я слышала Зюзя и думала, что это... Я жала. Баба Ноэль. Баба Ноэль, она у нас будет... Ирак. Из Афганистана.
Бля, это про Деда Мороза, дурак. Да похуй мне вообще. Чё ты ответил? Отправляй в Афганистан. Так стоп, Ноэль было только что вот предыдущий. Давай в Ираке. Да бля, да как нажать, сука? Где еще раз? Ирак, Ирак, ираковская. Последний раз? Да как? Дина, подумай, больше попыток не будет ни у кого. Я нажала. Я спамлю, попробуем Марокко. Неверно. Блять, а самое первое тоже Ноэль было, вроде, нет? Да, я тоже что-то слышал с Ноэль. Из Бразилии был Ноэль. Да, сука, да, я да. Все это время хотел нажать и сказать Израиль, пиздец. Пиздец. Кто в Макебе верим? Ну там типа Доджа, похоже. Да, вот, Юли Манден. На самом деле, подобно этот, я буду считать, что пускай это будет... Пускай это будет какая-нибудь Швеция. Нет. Отлично. Дания. Дания. Верно. Найс, Дин. Найс. Дания, нет, блядь. Не... Нет-ция. Не, братья. Взятие. Да ебаный вопрос без риска. Какая-то рыгота. Дин, набирай баллы тут. Да есть же долбёжка, нахуй, жёсткая. Не шифонер. Не шифонер. Блядь. Это я вообще... Не револьвер. Я вот, кстати, хуй знаю. Вот я сколько раз видел это шоу, я вообще не понимал, как они отвечают. Это очень сложно. Не револьвер. Не револьвер. Неверно. Они как мага рандомят просто. Слушай. Ты ропишь, я... Кондиционер, кондиционер. А, ну ладно. Не пионер. Не пионер. Блядь. Съёбка, нахуй. А это все мне, да? Дин. Наслаждайся, Дин. Бабушка. Прапрадед. Прапрабабушка. Нет, прапрапрапра ничем не закончится. Прабабушка, наверное. Прапорщица. Прапрапра. Прапрапрапрапра? Да-да-да-да. А мне кажется, прабабушка. Прапорщица. А, нет, проститут, хорош. Бля, это охуенно, кстати. Не, мне нравится категория. Угу, хуйня полная. Только если бы не вопрос без риска был ебаный, блядь. Ты любишь лапать баб, если ты нормальный пацан, то ты любишь лапать баб. Папага, реальный трек. Ты тусишь до утра, ты всюду палишь до, так что слюни капают на. Капают на... Ебать! Я вот это хороший. Ебать! Это мне, кстати, кажется, да, реально последнее. Давай пол. Верно! Ебать! Ебать! Это сейчас прошло. Пиздец. Не, реально категория прикольная. Но это сложно, пиздец. Конечно. Да, а да, это да, же, это же вроде... Же не, это же вроде реальные все треки, просто, ну... Это рэпер, вот, не, вот это рэпер, это все... блядь, со... Не, первый класс или как... Драго? Какой первый да, класс? Да, Драго, Драго. Я говорю, блядь, в этом времени, в диапазоне, понимаешь, блядь, когда тоже, был первый класс. Я тоже росла на этой хуйне. А. Да, это пиздец. Согласен, я Киркорова слушал. Согласен. Почему так жестоко? Ну, а может, он не пиарится у меня на экране, я уже не могу, не вывожу, на. А кто вышел? В чем? Юля вылетела. Юль, ты вылетела? Она сказала, не, можно не пиариться у меня на экране. Охуенно. И вылетела. Юль, ты чё там? Ну, доело пиарить. Пьяная, что ли? Не, чё-то всё. Марк, я тебе там напоминалку в ТГ написал. Хорошо, один. Я понял. Надо уходить через 30 минут. Юль! На тренировку. Через 10. Нет, нет, в клинику. Ну, я Марку Юль! Заранее писала, когда... Да-да-да, Дин, всё хорошо. О. Киберпанк. Ой, Юль! Это вот привет. Да, ты да, где да. Была-то, ёлки-кошки, мы а не думаю, доиграли ещё. А я думаю, что вы сидите, ждёте? Так, Как киберпанк, ага, охуенно всё. А это он сказал. Ну, киберпанк. Киберпанк. Без меня, что ли, начали, говно? Да, Юль, мы думали, нам ты всем уже похуй. Всё. Давай, родной, Сань, заходи. Подожди, я жду. Смотри, Сань, а здесь нужно ответить коллаборацию и бренд, и с чем коллаба. Вот. Короче, два бренда, грубо говоря. Гвин, Nike и Need for Speed. Я тут. Да. Nike и Need for Speed. Верно, Сонь, ебать. А, это Пума, сосать! Ебать, хорош! Сосиски! Ладно, похуй, мне впадло, короче, считать, похуй. Ну, все равно. Ну, почти, блин. Вообще киберпанк, на самом деле. Пизда Пума. Не, вообще, никакого киберпанка. CSGO мажоры, блядь. Я вообще в этом ничего не разбираюсь, нахуй. Я хочу масштаб фильмов.
Подожди, блядь, дайте мне. Ебать, ебать, экшон. Не-не-не-не, смотри. Тут морозка, плюс эти прогусли. Два фильма, Сань, тут два фильма. Ну, морозка и... Нет. И, скорее всего, какой-то современный, правильно? Не знаю. Ну, короче, морозка 100% есть, а вот второе я не знаю, похуй. Ну, тут хоть одно, назовите кто-то, блядь. Ну, Иван Васильевич меняет профессию, нет? Ну, это неправильно. Ну, типа, не, ну, одно правильно, но я как не могу защитить. Ну, так мы можем дальше посмотреть и посмотреть. Я могу нажать, в принципе. Это морозка Мстители, это ж очевидно. Хорош, типа. Нет! Я... А по звуку... Сабзи... Сука! Да, морозка Mortal Kombat, сука. Как похоже по звуку было. Морозка и Mortal Kombat. Ебать, Сабзира. Я по звуку чисто, блядь. Ебать. Так, чё там хотела? Фильм по Фонарту я хотела. Погнали. Ебать. Это «Омерзительная восьмёрка». Да. Хорош, хорош. Это «Родина все фильмы». Просто взяли актёром, поставили. Ой-ой-ой. Курица. Это звонок. Хуяли. Ну вон колодец сзади, блядь. А, ну кстати. Хорош. Да иди ты нахуй, ёбаный. Блин, а что это? Блядь, это она мокрая. Книжка, книжка. Слая книжка. Гарри Поттер, блядь. А где там курица? Ёбаный сир. Бля, фух. Ой, что-то знакомое, кстати, оформление какое-то. А может это эти, блядь? Ебать, пиздато сделано. Я подумал, что это Наруто вообще. Клык-волк, что у нас может быть? А-а-а, это, смотрите, клык в виде этого. Я понял. Волк с Уолл-стрит. Блядь, сука. Ебать, охуенный арт. Сделано. Клык-волк. Лучшее вообще. Со смыслом. Тоже разъёб. А это похоже на... Что-то... Сики... Сики Дастлар. Урс по чучу. Ну вот написано, Сики Дастлар. Ну вот, Сики Дастлар. Попробуй, сука, не принять только, блядь. Бля, я еще пойду переводить. Могу. Это мумия. Нет! Как нет, нахуй? Это турецкий сериал, походу, какой-то. Версия рабочая. Не, ребята, это не турецкий сериал. Блять! Я сказал это на турецком, Сики Дастлар. Это, засчитай, я на турецком сказал. Охуенно, ты просто прочитал. Там, ну это факт. Нефть. О, это, кстати, тут халява понять. А, это Breaking Bad. Блядь. Чё, блядь? 7. 9, я больше. Сань, тут фильмы. Да я не заметила, что там были написаны грехи. Да, там Кевин Спейси сидел. Я не увидела, что там грехи, я увидела, что он на колени. Бля, Кевин Спейси охуенно. Категорию. Не, это ребят, это фильм, а не сериал. Ой-ой-ой, ебать. Это Флэш. Я не знал такого. Netflix адаптация. Это не Флэш. Но, ребят, могу сказать, что довольно-таки очевидный ответ, если честно. Человек-молния. Ну, немножко с подковыркой один. А может за цвет говорить? Да, да. Супермен. Реально? Да, да. Черная молния. Верно. Спасибо. А может за цвет? Сука. Долбоёб, блядь. Интерстеллар. Это Интерстеллар. Бля, я сначала смотрю на ответ, потом на арт и думаю, ебать легко. Охуенчик. Эминем. Да надо... ебать, да как он жмет? А, тут надо именно этот? Я думал, трек надо именно назвать. Пари-пури-пум. Ой-ой-ой. Как ты жмешь, собака? Да забей, там нереально. Полное название игры, Александр. Хогвартс Легаси, Гарри Поттер. Просто так жмет, если знает, то отвечает и сидит. А что такое Legacy? Да похуй, ему нечего терять уже. Наследие. Я ебу. Хотя хуй знает, может и нет. Это Warhammer 4000. Да, блядь, я уже префлайером хуярю. Ну, давай, иди. А что это? 40 тысяч, блядь! А это это пиздатые игры? Ну, ладно. Залупа ебаная. Дивинити. Блядь. Я не вижу другой, надо просто префлайерить. Я хорошо, что не нажал префлайером. Просто Гвим просто так жмет. Я бы сейчас бы назвал, что это ведьмак ебаный, охуеть. Вообще... Похож. Да. Это вообще-то... Даже прочитать не могу. Астрид. Балдургейт. Выбери что-нибудь новое, пожалуйста. Ну, Дин, не уходи через 5 минут. Я просто хотела тему посмотреть, ну ладно. Собака. Блять, Ведьмак 2. Блять, что-то знакомое. Мага? Меч как будто из Final Fantasy.
Блять, сука! Это Final Fantasy. Final Fantasy. Похоже. Final Fantasy. Бля. А я думал, это как ответил. Сань, попикай что-нибудь. Еще через лет 10 выйдет. А что ответил? Так, ладно. Что, а мы все клипы посмотрели. Всех музыкальные времен. Клипы со всех времен мы не посмотрели. Хуенчик. Да, Дин, посмотри, вот. 415. Алявари Геймс. Марк, ты ему зачитаешь, нет? Так я не услышал ответ. Катавица 2014 или 2015. Блять, почти. Реально почти. А что нужно ответить, блять? Название турнира и этот. И год. Охуеть. Ну, тоже, блядь, да. Ваши, ну, тоже, блядь, нашел для кого это нахуй. Это хардкорчик какой-то. О, я знаю, я знаю, я знаю. А музыка будет сегодня? Блядь, Инна или как ее? Нет? Fly like you do it like... Нет. Блядь, а звук Кеша, будет Кеша, сегодня? Нет, это Кеша. Нет, так а в чем смысл? Я, в чем смысл? А звук будет сегодня? Долбоёб! Я говорю, в чем смысл звука, тогда бы ответил бы. Да, по клипу просто блядь. Сука, ебать. Это не Кеша. Здорово, Михак. Не знаю. Мага, ответ? Мне показалось, что это Кеша. Нет. По-моему, это... Там... Я могу вам напеть! Тум 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 тум. Мистер Саксо бит, make me okay. Он напил Расула Чебдарова, блядь, Чебдарова, нахуй, блядь. Александр Стан. Реально. Просто Чебдарова напил, блядь. Ты слышал, да? Да, да, да. Пабло Эскобар. Это... Реликс Бангаранг? Нет. На порноактрису похоже, Литр Каприс. Блядь, это охуенный трек. Я не знаю, что это за трек. Это этот, блядь. Дэвид Гуэта или кто-то? Дэвид типа. Гуэта, да, я тоже хотел сказать, сука, я еблан. А может быть это... этот, дед, ты отвечаешь. Да, это охуенный клубный трек, я забыл его. С кем-то, да, блядь, но это, он не похож на Дэвида Гуэта, если честно. Вот ну, это да. Хуй? Да. Да. Это вообще, вообще не его кто это. Это клубный, да, трек, ёбнутый, да, жёсткий. Да похуй, я не знаю это дерьмище, пускай, блядь, не знаю. Бля, он похож на 6 кадров чела, блядь. А это на Иван Зола, блядь. Сказал, ебать, дед. Это Дэвид Гетто, реально, ебать. Что за наебалово, это мужской голос, а девка поет. Девушка. Погнали. Ну это же реально Рома, блядь, брат Настя. Чё можно? Это до куликов смешно, в то же время стрелять. Да как? Капа, ёпты, капа, капа. Сюда. Hey, капа, капа, капа. Hey. Не шлем. Да как ты же? Да? Кто? Баста, я подумала, не? Нах, нам тупо по боку, они гнут проволоку, кричат типа стальку. Степа! Да, я не знаю. Дед, может он раньше так назывался? Я не знаю. Я был уверен, что Баста. Я понял. Это скриптонит, блядь. Ладно, я рискую. Это пиздец. Нет, Капа просто реально очень похож. Это скриптонит, да, дед сказал? Да, 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 он сказал даже. А ты что хотел ответить, Дим? Я хотел лучше буду сказать. Он Капа это красава, ебать это легенда. А ты тоже за его хотел? Да. Просто я тебе просто то, что я его знаю. Это пизда вообще разъебал раньше. Fortnite. Бонсяга. Ебать, хорош. Ебать, Мага. Стоп, Мага, у тебя минус 5500? Ты был на первом месте, блядь! Ой. Чего, блядь? Презентация была вот эта, да? Осуждаю. Когда пчелки нам приглашали. Half-Life 4, блядь. Блядь, я... Так там и Степан был на этой презентации. А! Atomic Heart. Как это? Это не оно, его. Он нахуй я нажал! Блядь, это как? Да я хотел на это, блядь! Это Бишкек Варс. Я отвечала по поводу того, на какую презентацию они были. Я тоже, блядь, хотел. Бля, кстати, презентация охуенная была. Я видел стрим, ебать, там пиздато было. Да, блядь, вторая часть киберпанка, нахуй. А, я, по-моему, у Степана как раз смотрел. Чё? Да ничего, блядь, я ебу... Что? Что? Я пошутил! Но это DLC. Нет! Это DLC. Это DLC. Да, блядь, да что за хуй... Просто своей шуткой игру создал, ебать. Что? Заспавнил. Я просто по рофлу сказал, блядь, нет... Жми, блядь! Да, блядь!
Every day I'm shuffling. Backstreet Boys. Alright, вот это. Ту-ру-ту-ту-ту. Какой ты долбоёб. Бля, я не помню, как. Ну, вы поняли. Да, Дин, спасибо большое, что была. Спасибо большое. Ребят, я бы победила, конечно, жаль. Да, конечно. Пока, Дин. Дин, хорошего всего. Давай. Дин, спасибо, что вам подала. Спасибо. Можете мою тысячочку забрать. Да, можешь кому-то отдать, Дин. Сама решай. Юлия, хорошо. Так, все, тихо. Дед, смотри, ты... Я сказал уже. Напой еще раз, что ты еще раз пел. Backstreet Boys. Alright. Да, вот это они ходили тут, вот, да, ебать. Они там все превратились. Там чувак в шляпе, это башка, ебать, ржавый, нахуй. Ты знаешь, молодец. Марк, а мне остаться в своей игре или выйти? Я тебя выгнал. Ебать, ты жесткий, брат. Погнали дальше. О, ну, это вот, халява. Все знают, бля, да. Happy. Because I'm happy. Мага? Да, happy. Because I'm happy. If you feel like you're on the other. Because I'm happy, clap along. If you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along. If you feel... Ой-ой-ой. Suicide Squad. Suicide Squad. Верно. Это игра такая? Угу. Да. Она прикольная или хуйня? Ты и по акуле, да, мы, типа, блядь? Мы не знаем. Определил. Я уже прошел ее два раза. Ладно, не бить голову. Ой, блядь, кубок неба. Ну ладно, Луи Витон, ребят, и... А что второе? Смотрите, игру, я вам подсказку дам, игру знаете все. Overwatch. Genshin Impact, верно? Я не знаю. Это Overwatch, блядь. Цивилизация. Не, игру, я отвечаю, вы все знаете. Это Rocket League? А, это LoL? Блядь, все баллы, что Дина завещала. Давай, Гвин. Ну, пускай это будет Overwatch. Какой нахуй Overwatch, блядь? Здоров, Финаргот. А я не знаю, мне тоже кажется, что Overwatch. О, я сказал. Да ебаная хуйсосня, блядь, при чем тут LoL? LoL-то, блядь, в него играю. LoL тоже, я же сказал сразу. Я почему-то визуально прям реально показал. Тоже, да, да. Ой, ну это халява. Это Шазам. Верно. Блядь. Ой, это тоже халява. Это Росомаха. Это... Нет. Это, по-моему, это... Нет. Это, по-моему, этот, который... Даю подсказку. Есть такой дробовик в КС-ке? Нова. Ебать, хорош. Что-то не Максим сказал. Блядь, вряд ли это был Бахмут 214, блядь. А, ну это зеленый фонарь. Бля. Ебать, он дошел до скилза, нахуй. Пиздец. А, ну это Галактус. Нет, Галактус совершенно другой. В смысле, блядь? Алло! Аналогия с КС-кой. Нет. У него на голове, блядь, вон, блядь. А, там. Блядь, ну я была близка тоже. Тихо, блядь. О, это этот. Серебряный серфер. Скиллс. Это из хранителей. Подожди, это скиллс. А, нет, это Гвин. Как будто вижу. Серебряный серфер? Нет, это из хранителей. Да я типа придумал, блядь, долбоёб. У него был... Сверхразум, блядь. Это доктор... Доктор кто? Хуй. Доктор кто? Доктор кто? Блядь, нет, доктор кто? Это типа я вас спрашиваю. А, ну нахуй. Доктор Стрэндж. Верни баллы. Доктор? И типа кто? Доктор. Подожди, а нахуй ты мне два раза баллы снял? Доктор Манхэттен. А, точно. Нахуй тебе два раза баллы снял, блядь? Сань, извини. Бля, сложно нахуй. Ой-ой-ой. Хорошо, это Adidas. Это Adidas и... Я бы никогда не понял. А, понял. Все, я... А это... Опять Mortal Kombat, блядь? Да не, тут написано на самом деле, просто приглядись. Вон МВ есть или... Call of Duty Modern Warfare. Верно. А где это было написано? А там слева, сверху, да, бирка. Реально. Астерикс и Обеликс, Олимпийские игры. Ну это Гуччи, блядь. Астерикс. Гондон, блядь. А какая игра? Хорошо. Гуччи икс теннис, блядь, просто.
какая-то игра на телефон. Сань, давай. Это как будто... Это как бля, будто... Вы... Это... вы понимаете, как он отвечает? Сука, он анализирует все ваши ответы и соединяет в одно, бля. Да. Он короче, просто подъедает мышь ебаная. Пускай это будет Гуччи и Рокет Лига. Нет. Да, Рокет Лига, там же бегать надо, теннис Гуччи играть. Теннис? Он да. Типа ракетки, понял? А, это бадминтон, блядь, хуесос! А ты еще убери меня за доктора. Нет, это бадминтон, блядь. О, это этот. Ага. А, Starfield или Skyfield? Я просто в чате увидел, кто-то написал Starfield до этого. И... Понял, охуенно. Не сейчас, до этого писали. Мог не говорить это сейчас тогда. Когда я неправильно ответил, я не смотрю вообще. О, это Dead Space. О, Dead Space, четвертый. А какой? А какой? Четвертая часть. А там есть? А нихуя, ремаки. Убери мне еще минусы, которые минус 1400. Это ремаки. Я жестко камбэкую. Сейчас тебя в очко чихну нахуй. Чихнешь? Степан. Это, смотри, это Sims и... Нет, ты не знаешь мага. Брент не знает? Да, он не знает. Я знаю Брент, у меня есть такая футболка от них. Я знаю, Маскина, скажи. Маскина. Нет, 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 нихуя, у меня футболка от них есть. Маскина, брат. Маскина. Сука. Хорош. А, каково? А я думал, это Райф Лоурен, блядь. Ебать сильно, нахуй, я нихуя. Слава богу, что я не нажал. Ебучие богачи сидят, нахуй, блядь. Да, да, пиздец. Это 2019 года. А нет, 2021 года мажор. А название? А где знаешь? Турнира, блядь. А, где, блядь, я не помню. Ну Бухарест. Ладно, да, сильно. Стокгольм. Бухарест. Чуть-чуть мимо, блядь. Это 2020 вот этого года. Короче, 2022 прям типа. Вот сейчас отменяет 2023 сейчас год. Сейчас 2023 год. Бля, прикинь, какая жизнь скучная. А кто-то знает? Кто-то знает, где? Подождите, ребят, ребят. Я знаю, где. Кто-то знает, где было? Я знаю, где. Я знаю, Хантик. Ну хорошо, тогда. Какие команды скинули? Это было в Бразилии. Люди, блядь. Верно. Так он год даже не знал. Так он, ты же уже сказал. Да там Синди была, ты чё, ебанутый, блядь? Я деньги, я карточку ей давал, чтобы она просочилась там. О. Это градусы, градусы. Друг мой 8. Блядь, я не знаю, но это градусы. А он как будто бы сейчас репчагу будет такую читать, типа. Я не знаю такой трек. Не знаешь? А, ладно, знаю. Ты знаешь, ты чё? Но я... Ну, типа, раза два, наверное, его слышал. Я ничего не хочу сказать, но это чел на Росса похож. Вообще, бля, один в один. Ну, нет, чуть-чуть есть. Так, погнали, добьем музыку. О, это охуенный трек. Охуенный трек. Короче, Джон Ньюман, название не помню, но Джон Ньюман его зовут. Бля, какие раньше треки охуенные были. Бля, чисто фивку зашел, нахуй, ебашишь разминочку, бегаешь под этот рычок. Такой кайф, нахуй. Мы в Турции плевали под этот трек, это так охуенно было. О, Егор Крид. Бля. Я, кстати, уверен, ты не дать Егор Крид. А я б сказал бы тебе песню. Встретил и замер. Ну, они ясно, на самом деле. До скорой встречи глазами. О боже, мама, мама, кусок говна. Первые треки музыкантов. Грядут перемены, граффити на стены есть. Бля, что-то знакомое. Бля, Окси нет, поет. Похоже. Искусство несут массы, прямо со сцены. Я успею сделать многое, ведь я еще так молод. Мы должны с тобою сделать лучше наш город. Скилс, я думаю, ты знаешь. Баста, блядь. Скилс, давай! Очень близок, и мне очень дорог город. Баста. Ну, Скилс. Бля, я думал... Да чё, ну я ебал. Да, блядь, Хантик, пацаны. Я ж тебе кричу, нажимай. А что я всегда слышал? А, я не слышал вообще. Можешь почувствовать легкое жжение. А это тебя будет ебать твоя гордость. Нахуй, гордость. Пробейся через это говно. Это этот Кучков озвучивает? Это в 30 минутах. Я буду... Это трейлер Федор Габара. Нахуй, гордость. Я знаю один, второй не знаю. Блядь. Это Игорь Габара, блядь. Это озвучка Пучкова была? Типа озвучка Пучкова. Нет, это какого Пучкова? Это этот, бля. Кого, Гоблина? А Гоблин это кто? Пучков. Бля, я не знаю мультик. Это Великий Нехочуха и Терминатор. Бля. Ебать хорош. Ебать Нехочуха я не знал. Нехочуха. Бля, что это вообще? Да. Так, охуенный. Давайте не будем. Там кто-то был. Не человек.
Бля, я не помню, как называется. Фантомас? Он убил снова. Нет. Нет, я не знаю, как называется вот этот звук. Блять, как они это делают? Я его ахую. Сука. Я звук не помню, как называется. Они совмещают картинку и звук. Понял, спасибо. Хорош, Макс. Нихуя себе. Призрак доспеха, я бы не вспомнил. Блин, Лер, точно. Подарите сапку Лере, пожалуйста. Когда видишь что-то и понимаешь, что это изменит ход истории. Ты в порядке? Да, это Тик, я. Знаете звук? Нервничаю. Сейчас думаю. Я фильм знаю, а звук не знаю. Но... Тоже не помню звук. А Зори здесь тихие, это оно? Нет, это девчата, ты чё? Девчата, моя девушка. Иди с черно-белый фильм, который смотрела советский. Ты знаешь, где ты? Зори здесь тихие. Я во сне. В моем сне. Все это создал я. Не парк развлечений. Ебать, как будто мир Дикого Запада. А весь этот мир. Да, похож. Именно понял, как я не помню, я ебаный в рот. Я тебе фильм не помню, как называется, с Табаковым этот. А, так это реально мир Дикого Запада. Это наш? Бля, мем. Спасибо, Герман. Откроет правильные двери. И неправильные тоже. Что? Это тот Саида озвучивал в Лосте. Приключения Шурика. Да, красава. Кой, это не это бриллиантовая рука. Шурика. Да, это бриллиантовая рука. Бриллиантовая а с чем? Рука. С чем? С чем а, смешали? Какие-то двери. Какие-то двери, блядь. Нет, Лалик, это серьезно, это он, это да. Я не знаю. Ты, то есть, я Мага, давай последний раз, окончательный ответ. Я же звук не помню. Блядь, Мага, ты весь мир сосал, блядь. Ты должен начать смотреть на мир по-новому. Ладно, невозможная тема, я ебал, блядь, где они создали, нахуй. Пускай сами отвечают, кто создал, блядь. Ой, нихуя машина. Может, Гарри Поттер, может, это какой-нибудь агент 007, не? Какой Гарри Поттер ты чё? Вон там довод. Тачка летала. Нет, звук надо слушать, а он с одного звук фильма. Это невозможно, блядь. Блядь. Я их даже ощупал. Блядь. В этом городке не осталось никого, кроме твоей идиотской семейки. Хотя эта помойка как раз для вас. Блядь, вас это озвучка из сериала. В отсталых районах обосновываются всякие апокалиптические семьи. Бля, я смотрел, а даже не знаю, блядь, пиздец. Я помню, что там, я помню там, что была Оля Серябкина в этом. Техасская резня бензопилой? Пиздец. Бля, ебать посмотреть бы такой полный фильм. Да, я только недавно смотрела. Но... А, вон, видно. Да, только не знаю, что за игра, блядь. Да, Пол Ральф Лорен, а игра, блядь, какая-то Аватария, хуй его знает. Я не знаю, что за игра, ладно. Скип, это как будто просто для фейс Apple хуйни вот это, нет, Аватары? Игра хуй знает вообще, что это. Но в чате знает один чел. Чё, блядь, что такое нахуй? А, ну я тоже создавала здесь аватарку, я помню, когда-то все... Это хуйня для виртов, блядь. Для извращук, для извращенцев там. Сидят одни извращенцы, блядь. Ну, Гуччи и... Не Гуччи. Зельда. Гуччи и Зельда. Гуччи и Зельда. Хуесос? Это не Гуччи. А, это North Face? Да. Нет? North Face и Зельда. Пиздец, блядь. Гуччи, Норфейс, Лимон. Ебать. А ты хули не слышу здесь три, уебан? Хули я должен вообще говорить? Лимона никто не угадал. Да все равно ты Зельду хуярил, да. Мы Зельду бы хуярили до того. Похуй. Блядь, вот это ебаная тема. Бля, давайте ее трогать не будем просто. Это 2018 год, мажор. Блядь, да ладно. Тут категория написана. Тут надо название, тут не надо год. Ну, бля, вы название хуй кто скажет? Ну, блядь, если бы тут был кого-нибудь строго, бля, он бы сказал. Не сказал бы, ты чё, даже строго, и Вадя бы не сказал. Вадя бы сказал, я уверен. Не, они бы сказали. Я бы уверен, что он сказал. Ну, это мотылёк Макс Корж. Верно. Ну что ты, братишка, блядь! Единственный клип, который я знал. Сука! Не хавать, не пить. Всё, спиздил за последние дни у меня. Сука, не хочется жить. Корм не спиздил. Честь тоже не пиздил. Я тебе пришлю, брат. Хорошо. Прям оттуда, блядь. Прям с горяча, блядь. Ложки. Слава Мэру. Но я такие сразу угадываю. Нет, это Жужо, блядь. Ну-ка, поднимайте все вокруг. Слушай, этот микстей. Моя шапка. Там горячий, там горячий. Это Гонфлад. Голос на Жужо похож, нет? Я уже забыл, нахуй. Пиздец, как будто это Жужо. Голос на Дошика похож. Максим Доша, блядь. Да не будет уже Жожо, вы что, ебанутые? Тут артисты популярные, блядь, первые. Пимотин.
Тимати, сюда. Да, ну туда, тут хорошо. Это его первый трек. Охуеть, на самом деле, сильно. Нет, мне кажется, не прям первый. Сейчас такая жизнь, у каждого своя дорога. Это Пщёлкин, Алексей! Да так, как? Я не нажал. Я просто по картавости гуф. Я нажал чуть-чуть раньше, сука. Чисто из-за картавости только, да, помню. Да, так понятно, прям там слышно. Я думал, это Алексей Пщёлкин. И так просто называться взрослым, кто я такой? Ой, блядь, я был Оксимирон. Да, мать, правильно. Ну, я бы не сказал. Ой, для чего сюда был небом послан? Sorry. Ради чего все это скажи? Это... Наполовину не полон кувшин. Это шаман? Я знал, что у Тимати есть вид со Снукдогом. Так не похоже на вас, я один. Бля, не понимаю, я нахуй. Вообще не знаю. Это шаман. На фараон, нет? А, я понял, нет? Да. Да, я прочитал. Фараон. Отлично. Я бы хуй, если бы чат не посмотрел, я бы... Ебать, вообще лохи. Из-за обе щеки меня коробит, ваш вид гробит, ваш вид дров и тошнит. Суровый наш мир... Никоглай! А вот это Оксимирон уже. Да-да. Ебать, Гвин, 300 баллов у тебя отсоединяет от Хилза. Да мне похуй вообще. Ой. Это фильм? Вы реально не знаете? Да, фильм. Я знаю игру, ты знаешь, ответь. Остров проклятых. Да, я тоже подумал про него. Вот, вот. А я хотел просто панк ответить, ебать. Типа остров. А, ну это... Халява. Криминальное чтиво. Ебать, фанарт. Ебать, перегнал нахуй. Скиллз, давай, еби. Так у меня не на счет, я ни на что не отвечу. Кто мажоры? Так и чё, я не ебу вообще мажоры, блядь. Мне Пчёлкин хуй скинул, блядь, я вот посмотрел, что его пенис. Дредо. Сука, хуй мага, это что? Неплохо. Дредо. Black Widow. Чё? Вау. Фу, бля, нет, вот эта тема осталась. Ой, блядь, всё, не я тут ебал. Вонючка. Скиллз, ты вообще не шаришь за мажоры? Ну, блядь, это вообще это, какой-то ноунеймовский, блядь. Это, короче, блядь. Виплей Академлига. Ебать. 2000... Нихуя себе. Чего, блядь? Чел, бля. Он говорит, никто не ответит. Держу это курсе. Суета жесткая. Ты можешь просто так не нажимать, еблан. Блядь, у тебя Гвин всю игру просто так нажимает. Ты решил мне сказать? 2021 год. Тури какой-то. Ты охуел, блядь, я просто так никогда не жмал, я да, жмал. Ну да. Год верный. Я жмал, я жмал. Год верный, как будто мы тут квест играем, хантик. Бля. Ну засчитай мне, ну никто не знает. А, точно, бласт. Скиллз, давайте, нужно один ответ дать. Я не дам ответ, брат, я не смотрю за это. Блядь, КС умерла нахуй в 17 году в туриках. Как это можно вообще знать, блядь? Смотри, это получается, если ты не мажор. Нави, это Нави победили. Ну да. А, стой, ты год. Тут чисто зарандомить можно, блядь. Давай. 2021 год. Скип. Он не засчитывает года, я в прошлый раз правильно ответил. Похуй, 20-й год. 20-й год готовится, говори. Он не засчитывает. Я в чате сижу, 20-й год готовится, говори. Сань, ой, Мага, давай, скажи еще раз. Скип. Понял. Блядь. 20-й год готовится. Охуенно. Хуесос на дети! Хуесос! Давай, Скиллз, я в тебя верю. ПГЛ. Блять. Да не, я просто рандомлю, типа, я не знаю, что мне. Это тема говна ебаного. Это название вообще. Да и красава, похуй. Бля, ты и так до хуища баллов урвал сегодня. Что такое ПГЛ? Мажор, блять. Это Победа Гамбит. Победа Гамбит 2022 год. 2021. Да, Спирит 21. Да, блядь, да вы заебали только год говорить. Но давайте говорить. Никто не знает. Да мне поебать, блядь. Это будет... Дримхак, ебать. 2017 Краков. ESL 17 год. Или катается. ESL 17 год. Охуеть, ага. Ванчик, ты такой гандон. Поздравляю, Яйчича. Спасибо. Бля, ебать. Скиллз на втором, дед на третьем. Я вообще не верю в это. Боевал там, и мага куда надо. Минус 700. Ебать, я этот момент запомнил, когда Гвин выиграл. Мага, как обычно. Когда Марку просто сказал ответ, ебать. Спасибо, мага, что ты есть. Как что мне? Мне ничего не сказали. Нет, там я помню, прям чисто запомнил этот момент. Кто? Что мне сказали? Да, Марк, я не понял. Марк, что, кто мне? Сказал. Какой? Какой ответ? Ну, блядь, я не помню, какой. А тогда чего?
Ну, а чё, я что-то запомнил. Я что-то сказал, какой-то ответ, реально, я не помню, какой сам. Блять, пойду подращусь спать, лягу, пиздец. Мартовский, я тебя предупреждаю, если ты, ебанат, не прекратишь писать каждый стрим хуйню, ты в пермачу летишь. Понял, нахуй? Понял, нахуй. Кстати, мне надо глаз Каебою разбанить, блять, он, ты же его простил, да? Да, да, конечно. Ладненько, все. А, да, нова. Бля, нова. Я не помню его ник. Нова, пизду. Вот когда нова был... Мага, ну вот теперь живи с той мыслью, что я тебе чела не разбаню.